Доброе утро, Сеул. Ха-ха-ха. Шестой этаж. А рядом башня Lotte Tower. Сейчас пойдем кушать. Доброе утро. Доброе утро. Сеульское утро. Сеульское доброе утро. Идем кушать. По традиции дешево, сердито. Но вкусно. Да-да-да. Не мудрствуя, а лукаво, да? Да. Взять, так взять уже поесть. Человечки. Ой, ну что там температура-то у нас показывает, да? 20 градусов, 2 мая. Получается, прям рядом с Олимпийским парком жили. Оп. Оп. А? Олимпийский огонь до сих пор горит. Похоже, да. Город проснулся, а стройки тут не прекращаются. Это же центр города прям. Видимо, снесли что-то старое и делают новое. Причем такое глобальное прям. Дети такие все гуляют, видимо, детского сада. Разноцветные. Ну, ради интереса поищем флаг Российской Федерации. Польша, Перу. Финляндия, Гонконг. Сейчас наш найдем. Тут его не видно, они сложены. Танзания, Канада. Ну, в общем, ну было бы странно, если про Россию они вычеркнули. Взяли и вычеркнули. Япония вон висит, никого не трогает. Хотя японцы натворили, блин. Для корейцев. Вообще ужас, тихий. Было бы странно. Российский флаг не нашли? Советский. Советский, да, есть? А, только так.
Советский Союз. 88-й, да? Да. Помню, помню. Советский Союз. Да, еще Советский Союз. А вон он, вон он. Нас пустили на территорию на велосипедах. Потихонечку. Могли бы застроить, а не взяли, не застроили, оставили парк, да, как есть. Заставка Windows 98. Компьютер 27 показывает аж на солнышке. 530 лет, если я не ошибаюсь. А может меньше. Заехали, а там лестница, куда надо подниматься. А здесь прямо в центре парка раскопки идут. Там прямо сейчас археологи работают. Тридцать шесть лет минуло с Олимпиады 88 года. Вроде как по математике. Правильно едем или неправильно? Какой-то пес по дому. Прошло столько лет, олимпийские объекты в принципе остались. Просто палец. Это палец, просто палец. Скульптура какого-то французского художника. Сколько оно метров? 555. 555 метров. Можно велик припарковать. Еще недавно здесь цвела вишня. Вот это вот все деревья, это вот эти все деревья, это вишни. Еще буквально недели две назад. Но это все уже опало. Велосипеды наверху оставили. Даже не пристегивали. Thank you.
глобально. Тут даже не вмещается. Вон там бесплатный прокат велосипедов. Вон, Bicycle Repair. Велопарковка. Велопарковка. Ну так чисто подошел, раз, чик, все, поставил, велосипед уехал, все, пошел дальше. О, короче, покемонам посвященная тематическая какая-то вечеринка вместе с фотосессией. Ну да. Пойду я вот в таком виде прогуляюсь вовнутрь. Магазинчик студии Гибли. Надеюсь, меня тут в трусах, в его трусах никто не выгонит. А это вот здесь подниматься. Ну, закрыто сейчас, видимо. Расписание на вершину башни. В общем, если хотите здесь что-нибудь найти, вон там стойка есть information. Вот. И все, и там с переводчиком на русский даже есть. Вот я его и нашел. Я ж тут был, в принципе. Я помню, что я спустился по эскалатору. И на этом же этаже я нашел. По сути, тут совсем рядом. Вот оно. Тоторо. А тут стоял катобус. Раньше, а его, теперь его нет. Саундтреки. Фигурки всякие. Надо что-то купить обязательно. С этим, с черным котиком. У нас как раз черный кот дома. Кот Зизи. А, этот вход закрыт. Короче, парк такой. Не сильно большой, но развлечься тут можно. Нормально. И на горках прокатиться, и поесть ходить.
Так, здесь надо туалет найти. Может, в KFC, кстати, забежать? Да, да, да. Там туалет, по-любому. Некачественно как-то тут брусчатка, но все равно, по крайней мере, не пучится ее. Не сыпется, не крошится. Ломом ее не бьют, знаешь, зимой от гололеда. Ну, а тут не сильно далеко ехать. До Каннамчика-то, ну, так. Это, кстати, штука, надо воспользоваться. Давно уже хотелось это сделать. Опять встречный ветер сегодня так задувает. Ну, хорошо, хоть не так жарко с ветром. Куда-то наверх надо забираться. Ну, все, он там, Каннамушек, во-первых. Сейчас надо нам эту фигуру Псая с Каннам Стайлом. Все готовы к покорению. Да, все готовы. По этой стороне едем. И как раз максимально интересненько сделали фасад здания. На велосипеде туда нельзя. Одна из центральных достопримечательностей Сеула. Где же тут эта библиотека-то известная? А, вот оно, это место. На самом деле, можно легко найти.
книга как явление. Ну, конечно, место, конечно, интересное. И получается не просто поснимать фотографии, а можно почитать, посмотреть, взять. То есть взял, сел, почитал. Такой большой телевизор. В общем, мы начинаем потихоньку с ума сходить от этой урбанистики сумасшедшей. Нам надо на велодорожку. Вот сейчас километр по вот этому безобразию, по всему, и все, на велодорожку встаем. А эта вся урбанистика, она, конечно, интересна, красива, но денег нет таких. Красота. Можно бесконечно снимать, снимать, снимать. А тут еще на велосипеде нельзя. Ну, короче, надо валить на велодорожке. Бесконечное общественное пространство, это просто вообще нереально. Это просто умопомрачительно. Ваша президент Дмитрий Медведев, собственная персона. Ну, пока что еще не извели. Мы здесь ехали ночью вчера. Вот прямо вот тут где-то останавливались. Еще олень перебежал дорогу. Ой, нам надо кушать что-нибудь, куда-нибудь заехать. Поесть охота уже. Хотя проехали всего 20 километров. Делай, чтобы покушать. Ой, с велодорожки поднимаемся на по пандусам. Жарко. Хотя вроде так терпимо, 22. Вкусно. Болит. После обеда катится хорошо. Вот какая-то свежая велодорожка. Ну да, тоже какая-то обновленная. Мы с тобой как эти дальнобойщики, но по сравнению с ними. Именно так. С прицепом.
пока. Не, не надо, она вообще непонятная. То есть она только задумывается, видимо. Потому что здесь дорожка длинная, но она пока не сертифицирована, не фишит. Это что-то интересное, интересное. Я заснял. Заснял. Так это, да? Такой. Это типа нашего Ан-24, наверное, какого-нибудь. Или даже побольше. Ил-76 наподобие, да? Ну, на большой звезде, да. Ой, ладно, главное доехать. Не, молодцы, конечно, вот эта вот дорога, но, блядь, по идее, теоретически стоять она будет очень долго. Ну да. Машины не ездят. Разбивать некому. Разбивать некому. Я думаю, проблем с ночевкой сегодня не будет, да, найдем. Да. Воткнуться. Вон, ровненькая, смотри, какая была. Ну, что-нибудь, да, это встретится. Уже по темноте, наверное, да? Да, я тоже думаю, крутим пока. Пока крутим. Опыт у нас есть. Достопримечательности вроде не предвидится. Ну, пропустим что-то другое, значит, увидим завтра что-нибудь другое. Тоже ничего страшного. Все не пересмотришь, к сожалению. Хотелось бы. Вот только что были вроде это в таком гламурном месте, да, а сейчас тут вообще поля-поля. Сейчас полтора назад был Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. Оп, оп. И опа. Была опа Gangnam Style, теперь просто. А это не гречиха случайно, вот это, не гречиха? А я не знаю, я гречиху не знаю, как она выглядит. Что-то такое подозрение, что это она. Заметь, они строят здания со вкусом, знаешь, с душой. Че, смотри на эти реки, они походу из... А, ну это для переката. Это для рыбы, для нереста. Чтобы спокойно рыба нерестилась. А у нас сетку воткнут вместо этого и все. Чтобы рыба не рестилась. Сразу желательно в парке, чтобы она не рестилась. И вечером она уже у кого-то на этом. На сковородке. Это что и для чего, да? О. Только что-то не приезжало. Можно красоту, видишь, сфотать. Уже, скорее всего, выехали из Сеула уже. Это все, это же другой город. Чем дальше на юг, тем выше трава на обочине. Ну и по идее должно быть теплее.
Но город не кончается вообще от слова совсем. Такое ощущение, что еще лучше становится. Каждые 500 метров туалеты, какие-то развязочки, съезды в город, такие как тоннели сделаны через дорогу вообще. Все по уму. Милое дело. Интересно, это скольки полосная магистраль сейчас над нами? Сколько полос сейчас над нами, там трасс? Какая-то развязка, видимо. Главное, водоотливы сделаны везде все. Водоотведение. Все сделано как надо. Короче, магазин Сию не рекомендуем. Выбора вообще нет. Это я-то причем уже не первый раз такое. Вообще шаром покати. Ни черта нет. Есть у нас такой магазин в Находке, называется «Шаром покати». А, вот это его филиал. В Находке магазин «Шаром покати» я видел, кстати. Три вертолета. Ну, тут военных баз-то хватает везде. Мы уже не одну военную базу проезжали, да? Да. Ну, типа, да? Да, ну, в бане. Там прижим такой. По трассе еще ехать там с три полосы или две. Загруженная очень. Ну да, три полосы так, некомфортно три полосы ехать. Нужно, наверное, как и наш Яндекс, дальше ГИК. До Эверленда, до Диснейленда корейского здесь километров, наверное, 9. Буквально рядом с Эверлендом находимся. Ну, вообще что-нибудь поесть-то надо, наверное, выкупить. Две берешь, одна бесплатно получается. Завтра. Завтра немного теплее, чем сегодня. Завтра плюс 27? Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 2 плюс 1. Берешь 2, третья бесплатно. Ой-ой-ой. Это в лагерь. Послезавтра еще. Это в лагерь. Это в лагерь, это сейчас. А потом что? Фонарик. А, включился. Ну, вон, там внизу дорожка. Подожди, в какую сторону? На юг. Подожди. Это течение. Ну, речка туда течет, а нам тут. Подожди.
тут хрен поймешь. Не факт, не факт совсем, кто куда течет, но мы едем не в ту сторону. Мы едем не туда. Туда едем? Нам назад. Ну, точно все. Поехали. Есть тут лайнер есть? Что, одеваться еще не надо? Да я на ноги накинул бы. Ну, давай. Скамейку найти. Скамейку найдем, потому что капло. Ой, снять это все дело. Утепляться пора, утепляться. Холодно уже. Как холодно, сколько там? Ну как, 18,5, но 18,5? Что начинает сквозить. Изнежены мы, Кореи. Изнежено, изнежено. Так-то на самом деле-то замечательно. Сити подходы. Корейцы точно выиграли всем сити. Камешки. Сердечки. А мы где-то такую уже видели, только большую. Вечером, кстати, вечером тоже классно. Смотри, как светится все. По сути, сейчас у нас большой город опять. Кого? Это водохранилище какое-то или просто заводь? Город, как он там, Сувон, по-моему? Или Асан? Или Асан, или Сувон? Сейчас посмотрим. А, ну Сувон, в принципе. Это Сувон. Сувон, да? Да. Такая вот эстакада прям над водохранилищем. Замечательно, просто замечательно. Но у нас сегодня ночевка, а тут у нас города и города сплошные идут сейчас. Надо километров 20 проехать, чтобы где-то хотя бы хоть какое-то поле может упасть там или какие-то. Чтобы за городом, чтобы не в городе, а где-то за городом. Будем искать. И не только в Сеуле красиво. Не спрашиваю, как. Как так можно? Вот тут, конечно, кадр был бы бумажный, но блин, там не как. Игра в гольф. Игра в гольф. А там причем здание, много этажей. Этажа 3 или 4, там играют. Прям со второго этажа, ну, туда стреляют. Мечами. Пустынный город. Сейчас на велодорожку будем выбираться. Какой-то парк и велодорожка. Светофоры здесь капец долгоиграющие, блин, это просто какая-то трагедия. 2 минуты едешь, 5 минут стоит. Ну местные они как бы прорываются, но фиг знает, кто тут, что как. Ну, будем соблюдать.
совсем-то лютовать не будем. По встречке, что ли, едем? Серьезный городок, серьезный. Конечно, застройка у них заслуживает похвалы. Серьезно строят. Ну, конечно, человеники, это понятно, что человеники, но эстетически как-то смотрится все неплохо. Да. Вроде город-город, а тут спустились, никого и тишина, да? Я думаю, мы сегодня что-нибудь найдем. Переночевать где-нибудь в этих краях. Где-нибудь на отшибе. Да найдем, я думаю. Тут еще и озеро. Это, короче, прям фишка будет нашей поездки. Ночные вот эти заезды. Участок дорожки был закрыт ремонтом. Сейчас объезжаем по городу опять. Какая незадача, ну да, тут вечерний квест, так сказать, нам уже надо спать где-то ложиться скоро. Часа через два хотя бы. Ой, да это что-то, ну не знаю. Свет горит, дорожка есть. Дело. Давай посмотрим. Ну, в общем, нам надо двигаться, объезжать этот участок ремонта и вставать на дорожку и уже куда-то ехать. Искать место ночевки. Ну что, время уже 10 подходит вечера. Что ты хочешь? Да, одеться пора. 7-11. Прошел час, наверное. Мы уже в городе Асан. Асан-Диоп. Какое замечательное место. Но, блин. Тут пожурят, выгонят. Надо, короче, ехать. Ехать и искать что-то такое. Более-менее отдаленное. Ущери какие-нибудь. Подмостки. Аккуратно. Мотелей-то тут ясно, что полно. Но у нас сегодня задача-то не мотельная. Не мотельная. Задача у нас сегодня вот какая-нибудь вот тут спальня. Ну, желательно не в городе все же. Красота. Ну вот тут низкие потолки, то есть. Ну, палатку можно здесь поставить. Все. И хрючить. И хрючить. Короче, ехали мы, ехали. И тут приехали какой-то... Ой, осторожно. Ой, да не. Если... Тут, видишь, наверное, местные играют что-нибудь. Дедушка, ну, если... Допустим, ты там поставился, я тут, и ходить аккуратно вон там только, да? Да, главное, чтобы ноги туда не убежали. Стол есть, но грязный, конечно. Пыль, не пыль, пофиг. А что там творит? Просто смотри, дальше вон там город. Да, я тоже смотрю, дальше там город. Здесь это между городов. Там, я не знаю, что-то какой-то движняк, не движняк. Ну, стол аккуратно можем подвинуть, еще вот место, да? Да стол, а что? Нет. А что нам его двигать? Да. Пусть он будет стол. Стулья есть. Стулья? Главное не наебаться.
Садись. Да? Ну да. Ну нет, без палатки это как? Просто тут разложил, допустим, я вот. Вылази из палатки. Допустим, чтоб выход был вот здесь. Здесь так от ветра прятаться хорошо. Такой вот вид тут. Надо веломастерскую искать. Беда не приходит одна. Вот этого я не ожидал. Не доглядел и все, и писец.